останешься? Йоу, мой любимый! Как ты знаешь, я крутой радиодиджей. Ну ладно, это ложь. Но ты меня вдохновил, Дани, своим этим, как вот, повстанчеством. Я мечтаю запустить в эфир свой сексуальный голос, музыку Максимус Матансас и правду о Либертад. Я назову это все Радио Либертад. А еще я мечтаю, чтобы ты забомбил нашим логотипом чертову пропаганду Марии Маркесы. Вот те краски и несколько бомб, начиненных листовками, чтоб дело шло быстрее, окей? Займемся контрпропагандой! У меня аж мурашки! А у тебя? А? Нет? Только у меня? Ну ладно. Да! Скорее бы Талия и Паула все это увидели. Пауло, как всегда, занят, да? Прислал тебя мне помочь? Я в секунде. Ай, ну наконец-то. Ты тащишься дольше, чем я сижу на толчке после Платанос. Богом клянусь, Бичо. Чего ты ждешь? Нарисуй лого, заложи бомбы, и пусть все узнают о нас. Радио Либертад вот-вот появится на свет. Короле, шевелись! Хорошая точка для бомб с листовками. Взрывчатка в общественном месте. Что может пойти не так? Надев форму, они поднялись встать между вами
и хаосом, который несет Либертата. Я, как ваш президент, обеспечиваю наших солдат лучшим оружием и гарантирую им лучшее обучение. Все ради вашей защиты. Поклявшись в верности... Здорово! Привет. Они начинают служить нашей общей мечте. Когда вы видите солдат Ярга, подойдите к ним, поблагодарите за защиту. Это долг каждого истинного генерала. Уйди оттуда! Просто выкидываю мусор. Ничего такого. Бомба сброшена. Нормально. Вивира укрепляет экономику Яры и помогает всему миру. Присоединяйтесь. Вас понял! Всех генераций.
Солина, строительные материалы и медикаменты можно покупать только в одобренных магазинах. Защитите нашу экономику. Блин, может, это мое призвание? Послание от Льва Яры, президента Антона Кастильо. Революция — это вирус. Он поражает молодежь Яры, превращая здоровых патриотов в бешеных зверей и убийц. Он проник в наше общество, в нашу культуру, в сам уклад нашей жизни. Он грозит уничтожить все, что мы с таким трудом строили. Есть лишь один способ установить заразу — уничтожить ее источник. Клару Гаскин, отрубим змее голову. И пусть труп Либертад сгниет сам. Протектора сдала Патрия напоминает. Незамедлительно сообщайте о любой подозрительной деятельности. Воля и бдительность истинных иранцев помогают защитить страну. Вернусь, пожалуй, к своим граффити. Un recordatorio a los protectores de la patria. Hay que reportar cualquier acto sospechoso a los PDP inmediatamente. Un verdadero Yaran ejerce solidez y vigilancia para proteger a su país. Антон Кастильо. Глядя на вас, так я вам, вижу твою. Будущее. Я вижу рай. Бичо, пока все вроде неплохо. Лога огонь. Грасиес. Краями аккуратнее, лады? Я справлюсь, Бичо. И расслабь запястья, а? Рисуй плавно. Ясно, Кохонос. Люблю тебя! Черт, неплохо. Еще один. Зацените-ка. Бичо, я все. Не-не-не-не-не, это еще не все. Готов к следующему шагу? Конечно. Так, Мария уже в пути. Она хочет показать новое знамя в прямом эфире. А ты заменишь его на наше. Вот значит как. Оно высоко, но ты же сможешь забраться, да? Кларе ведь понравится. Да, мы справимся! Лады, мы справимся.
reciba una solicitud para servicio militar, debe presentarse a la FND dentro de 3 días. Recuérdense, nada es mejor que la patria. Бичо, список моих преступлений пополнился вандализмом. Не, этот список причин твоей неимоверной крутизны. Встретимся на заправке у города. Пришло время важного объявления. Привет, мои дорогие друзья. Есть вопросы или начнем? Министр Маркеса, вас беспокоит? Как вы объясните слухи о том, что Диего Кастильо ваш сын? Никак. Диего Кастильо – первенец Яры и пример истинного яранца. Итак, я с большим удовольствием представляю вам Яранский культурный центр Антона Кастильо. Видите? Вот, с таким загрязнением культуры мы и боремся. А нам придется взять на время ваши камеры и телефоны. Это видели вообще все в Яре! Господи, Дани! Да у нас куча дел! У меня сейчас башка лопнет! Ты уже в эфире? Нет, но я уже чувствую вкус успеха! Давай на мою ранчо! Зачем? Потому что там я. Нужна другая причина.
Ты чё? Эй, ты тут? Вичо! Приветствую на радио Либертад. Маркес отрубила нам интернет, но Либертад вновь обретает голос благодаря радио. Правда, иранская связь портит мне всю малину. И куча лет пашет с 1993-го. Красные вышки, которые тут есть, в принципе, передают сигнал, но большинство сломано. Или отправляет сигнал не туда. Я отметил нерабочие, вот, починишь их и покрутишь антенны, por favor, ради нашей мечты. Мы расскажем иранцам правду. Я говорил, что люблю тебя, Дани. Бичо. И что? Рэппинга. Граната! Антенна включена. Остались две.
Либертад. Вон уворотили. Ладно, Бичу, что ты отметил? Бичу, я у жилого дома. О, тамошние жильцы рессолят по полной. Они тырят электричество. Но одна панель управления накрылась. Из-за этого моя антенна обесточена. Por favor, заберись на крышу и разберись. Я отметил путь к комнате управления синим граффити. Вход заперт. Ну разве тебя это остановит? Конечно нет, Бичо. Отпад! Скоро Радио Либертад принесет Яре свет правды. Энергии нет. Проверю провода наверху. Мерда. Вижу разрыв. Эсперанса, готовься встречать Радио Либертад. Еще одна вышка, и Радио Либертад увидит свет. Я у башни рядом с кафе Тасса. Порке, что-то у тебя с голосом? Мой друг знает одного парня, который продает телефонные карты. Он сказал, что Маркеса отрезала одному чуваку яйца за то, что тот замутил мурал без разрешения Министерства культуры. Ты чё, очкуешь? Нет, нахер Маркесу. Но если вдруг попадусь, защити мои кахоны здания, а? Ладно? Ага, граффити Бичо. Контрольная панель наверху вышки. Да.
Кинга. Злобные твари. Вот так, усилим сигнал. Ты чё? Запускай радио Либертад. Вот же сраный 2G. Алло? А, пинга. Ну, хорошая лошадка. Вижу лица. Опять этот голос. В жопу глушилки. Вон там! Держи! Конью, патронов нет! Хватит этого бреда. Вот и вышка. Придется лезть на вышку. Вот так. Теперь надо включить усилитель. Так, ну что, пашет, не пашет? Да хрен я поймет. Да, гори зеленым. Ола, Яра! Вас приветствует радио Либертад! Станция, которая будет поддерживать огонь революции в ваших сердцах. Никакой пурги про истинных и лжеиранцев. Ничего, кроме правды и годного музона.
О, к слову о музоне. Для разогрева послушайте хит «Максимас Матанцас». Дани, ты меня слышал? Да? Я норм звучал, да? Да. Настоящая классика, бичо. Дали понравится. Пол охренеет. Клара уже в курсе? Нет, ты позвонил первым. Наслаждайся моментом, бичо. Теперь я все умру! Нахер Марию! Радио Либертад заставит гостиня заткнуться! Наша музыка — идея Либертад! Во имя свободы слова — Вива Либертад! Ну да, бичо. Viva Libertad. Fuerza, sigo en paso firme en resistencia. Esto no es ciencia, estamos en supervivencia. Paciencia, con paciencia pero segura. Seguimos defendiendo lo nuestro, nuestra cultura. Realeza, no tenemos tiempo para nobleza. Mi gente necesita. Паулу, как всегда, занят, да? Прислал тебя мне помочь? Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч.